29 октября в Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета прошел День открытых дверей. Это первое мероприятие в рамках приемной кампании 2018 года. Всем пришедшим рассказали о правилах поступления в институт, о направлениях подготовки, а также о том, как проходит учебный процесс. Институт вычислительной математики и информационных технологий является старейшей структурой в городе, которая обеспечивает подготовку специалистов в области информационных технологий. В следующем году нам исполняется 40 лет. Выпускники являются востребованными и в настоящее время активно реализуют свои знания на профессиональном поприще. Школьники и их родители также узнали о том, что студенческая жизнь может и должна быть интересной. В нее входит не только процесс обучения, но еще и внеучебная деятельность, где студенты реализовывают себя в культурной сфере, в спорте, волонтерском движении, науке и многом другом. Чтобы и родители, и потенциальные наши студенты поняли, что институт вычислительной математики и информационных технологий – это большая дружная семья, где учиться не только интересно, но еще и почетно. Директор института Сергей Мосин и преподаватели ответили на все вопросы будущих абитуриентов и их родителей. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.